Начальник Бюро Национальной гвардии США генерал Даниэль Хокинсон сообщил, что обсудил на встрече с первым заместителем министра обороны Азербайджана, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керимом Велиевым в Пентагоне направление будущего сотрудничества сторон. «Сегодня я имел честь принимать здесь, в Пентагоне, первого заместителя министра обороны Азербайджана, начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева. Мы приветствовали 20-летие партнерства Азербайджана и Национальной гвардии Оклахомы в сфере безопасности. Мы подтвердили высокое значение этих прочных взаимовыгодных отношений в сфере безопасности и обсудили направление будущего сотрудничества», — написал Хокинсон в Твиттер.